Простая аритмия еще не повод пичкать ребенка лекарствами. Об этом мамам и папам Новокуйбышевска напомнили во время выездной консультации специалисты областного кардиодиспансера. По статистике, серьезные проблемы с сердцем имеют только 1% детей в России. О профилактике и своевременной диагностике, которая становится ближе, в нашем материале. Елена Николаевна, несмотря на возраст, на сердце не жалуется. А вот за внука Владислава пришлось попереживать. 9-летний ребенок перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно, но вот можно ли теперь мальчику ходить в секцию по волейболу, которую он просто обожает? С этим вопросом женщина и пришла на прием к самарским специалистам. Его отстранили, велели показаться кардиологу. Они сходили, вот дочка с сыном, с внуком с моим, со своим сыном. Там сказали, пока нельзя, а заниматься хочется. Врачи из областного центра серьезных проблем у Владислава не нашли, но на всякий случай назначили дополнительное обследование. По словам кардиологов областного диспансера, за здоровье детских сердец в регионе беспокоиться не стоит. Маленькие пациенты, требующие хирургического вмешательства, лечение получают в полном объеме. Вне очереди медики работают с детьми с диагнозом «порок сердца». Большинство именно тяжелых врожденных пороков сердца, они диагностируются уже пренатально. То есть ребенок еще не родился, а мы знаем, что у него будут проблемы, поэтому мы рекомендуем роды у нас в Самаре. И большинство таких детей рождаются у нас и сразу же получают всю необходимую помощь. Врожденный порок сердца – заболевание редкое и для Самары, и для Новокуйбышевска. Чаще всего местных мамочек и пап беспокоит нарушение ритма маленького сердца, миокардиты, инфекционные заболевания. Выездные консультации таких узких специалистов, как кардиологи, как раз и призваны родителей успокоить или, если есть к тому повод, назначить необходимое лечение. На таких выездных осмотрах мы имеем возможность оценить состояние пациента, мы имеем возможность провести коррекцию терапии, также снять с учета тех, которые уже не нуждаются в диспансерном учете, а также определить необходимость госпитализации и дальнейшего обследования пациентов. Выездные медицинские консультации в области практикуются регулярно. Именно благодаря их работе за последние годы в регионе резко уменьшилось количество необследованных детей. Визит детских кардиологов в Новокуйбышевск позволил обследовать более 20 пациентов. Более чем в половине случаев тревоги родителей оказались ложными. Владислав Жирнов, Алексей Велимискин, новости губернии.